Новая зеленая ветка столичного метро совсем скоро соединится с синей. На площади Ленина возводят переходы к станции вокзальной. Ну, кстати, протяженность всей новой линии составит более 17 километров. В перспективе она соединит микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг. На своем маршруте электропоезда будут делать 14 остановок. Первые 4 станции от Ковальской Слободы до площади Юбилейной планируют открыть уже этим летом. При строительстве специалисты использовали немало новых решений. Например, на станции вокзальной возвели первый наземный вестибюль. Там же в переходе установили траволаторы. Это дорожки, которые стали альтернативой привычным эскалаторам. Ну а для безопасности пассажиров все перроны третьей ветки оборудуют и защитными экранами. Они, кстати, уже появились на станции Ковальская Слобода. На уровень 20 метров под землей спустилась Юлия Токарь. Здесь ведутся работы в основном как бы по пусконаладочным. Конструкции смонтированы, облицовка выполнена, заканчивается монтаж подвесных потолков. И когда станция Ковальская Слобода на 80% готова, на платформе начинается монтаж защитных дверей. Ноу-хау для белорусского метро. Стильные прозрачные экраны, безусловно, дополнят интерьер, но главное – обеспечат безопасность пассажиров. Двери будут работать в автоматическом режиме, а для пассажиров подаваться световые сигналы. Все как в светофоре – красный, желтый, зеленый, красный. Движение запрещено. Желтый будет свидетельствовать о том, что поезд прибывает на перрон, а зеленый позволит зайти на посадку. Вагон прибывает, останавливается, двери открываются в вагон, автоматически открываются и раздвижные. Все происходит синхронно. И очень важный момент, что возле каждой раздвижной есть дверь аварийного выхода. Она работает по принципу антипаника путем нажатия на рычаг. Требовалась большая точность по выноске, значит, каждой стойки. Тут даже до миллиметра приходилось ловить размеры. Выполняет функцию больше, конечно, как защита пассажиропотока от падения на рельсовый путь. Разработка турецкой компании. Менеджер Джерах Тунджер показывает видео, где аналогичные двери устанавливали в наземном метро Стамбула. Работают также по сенсорным датчикам. К 3 июля комплексы появятся на всех новых станциях Минского метро. Вся система из алюминиевого состава. В составе двери они из темперным стеклом. Темперное стекло, которое 9,5-миллиметровым толщиной. Там человеческим ударом там его невозможно сломать. Очень надежная система. На данный момент Ковальская Слобода – станция конечная. Если бы поезд двигался по рельсам и по прямой, мы бы приехали на аэродромную. В перспективе так и будет. На данном этапе тоннель-проходческий комплекс «Олеся» уже прорубает проход. Но пока что здесь располагается так называемый отстойник, где поездам проводят технический осмотр на исправность. И уже дальше вагоны по этим рельсам вновь отправятся на станцию вокзальную. Вокзальная – это своего рода транспортный хаб. Здесь пересекутся основные пассажиропотоки и сине-зеленый колор двух веток. Мы с вами находимся на платформе станции вокзальная, на которой находятся эскалаторы, которые будут обеспечивать пересадку пассажиров со станции вокзальная на станцию площадь Ленина. Подземные пешеходные переходы, а их будет два, в противоположные стороны, довольно протяженные – 180 и 252 метра. Чтобы маршрут стал более комфортным, и здесь применили современные технологии. Смонтированы траволаторы, которые будут служить для автоматического передвижения пешеходов. Ну, по сути, как в аэропорту. Прошли тоннель, который ведет со станции вокзальной на станции площадь Ленина. Наше последнее препятствие – это вот эта стенка, за которой, как видится, находится вестибюль станции площадь Ленина со стороны вокзала. Многие заметили, на станции площадь Ленина металлические конструкции. Это специальное ограждение, чтобы, не закрывая платформу, продолжать строительные работы. Ведь проход к тоннелю пробьют прямо здесь. Специалисты просят пассажиров не скапливаться на платформе, быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Юлия Токарь, Андрей Градобоев и Виталий Селявко. Агентство Теленовостей.